Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рай, и мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, сегодня у нас будет коротенькая серия, практически только лишь по открытиям персонажа, потому что все остальные задания я уже выполнил. То есть ежедневки все выполнены, ну, за исключением событий, ребят, но я его не смогу пройти лишь по одной причине. Сейчас покажу, какая. Остановить вторжение. Здесь нужны, ребята... Пегас или перерождение команды. И как ты видишь, у меня только 4 персонажа. Мне не хватает одного единственного. Но судя по тому, сколько у меня набрато осколков на них, это будет не скоро. Самая мощная по звездам, по-моему, у нас идет спасительница, да? Потом идет... А, спасительница и зимний солдат, они одинаковые. Даже Капитан Америка тоже, ребята. У него даже 3 красные звезды, он будет лучше. Но по прокачке они, конечно, все, ребят, фуфло полные. И Пустельга у нас имеет 3 звезды. 3 звезды. И, кстати, на Пустельгу, если я не ошибаюсь, я открыл вот здесь, ребята. Здесь было у нас пробное событие. Сам видишь, какие мощи у противников были. Ну и, соответственно, мне дали команду. Ту же мощную, я их тут разбирал. Очень было даже прикольно на это посмотреть все. Так, ну что, теперь давайте, друзья мои, начнем с персонажа. Йо-йо! Герой мир био, это протектор и щит, это идет у нас нелюди. А что у нее с руками? У нее механические руки, как у Джакса из Mortal Kombat, так что ли? Ну что ж, вербуем ее. Да, ребят, по-моему, у нее механические руки. Или же, знаешь, на что это напоминает мне? Крайзис, помнишь игруху? Там был такой спецкостюм, и вот что-то похоже. Ладно, ребята, короче, 2 звезды у нее, быстрые удары. Это 20% к урону по основной цели. Наносит основной цели 100% урона и снимает с нее контратаку. А на эту атаку нельзя отвечать... Слушай, ну прикольно, прикольно. Так как противники в большинстве случаев ставят на себя контратаку, Йо-Йо может ее просто-напросто тупо игнорировать. А что такое вихрь? Наносит основной цели 60% урона и проводит до 2 бонусных атак, которые наносят 60% урона. Ну, то есть это та же самая Росомаха, да? То же самое Спайдермен. В общем, бьет основную цель и прыгает по другим, двум целям. Так, ладно, Йо-Йо мы открыли. Следующий, ребята, это Черный Гром. Наконец-то я его получил. Друзья мои, вербуем. 20 тысяч у него вербовка стоит. Прекрасно. Так, королевский удар. Королевский удар наносит основной цели 100% урона. Ну, это обычная атака. Ничем таким не выделяется. Наносит основной цели 150 урона. Этой атакой... А, этой атаки невозможно избежать. То есть уклонение не работает против этой атаки. Вот оно что. Хорошо, замечательно. В принципе, такие бойцы нам нужны. Дальше, ребята. Леди Смертельный Удар. Вот я про нее говорю, ты посмотри на ее руки. Ты посмотри на ее пальцы. Это... Она меня пугает почему-то. Именно вот своими такими клешнями. Тоже 20 тысяч у нее стоит вербовка. Также она, ребята, имеет 3 звезды. Месть разбойницы. То есть наносит основной цели 60% проникающего урона. Так, то есть проникающий — это получается, что броня против этого удара не работает. И смертоносное оружие. Что там написано? Наносит основной цели и ближайшим целям 60% проникающего урона при убийстве. Повторяет атаку по новой основной цели, случайным образом выбираемой из вторичных целей. Вторая атака может попасть по целям в состоянии скрытности. Убийство увеличивает длительность действия положительных эффектов для себя и всех союзников из оружия X на плюс 1, но не более чем 5. То есть, смотри, получается как. Если основная цель погибает при серии атаки, то она берет основную цель из тех, кого атаковал до этого. То есть, если вдруг у них там мало здоровья, у всех, да, вот они стоят, то есть она может их просто добивать одного за другим. Слушай, это довольно имбово получается, если честно. Довольно имбово. Ну, сам понимаешь, что до этого нужно еще, как говорится, довести команду, чтобы она могла вот так вот их всех разбирать. Ну и, конечно же, друзья мои, кинжал.
С таким кристалликом стоит она у нас. Тоже 20 тысяч у нее вербовка. И тоже, ребята, у нее 3 звезды, как мы видим. Так, ну что у нее есть? Пронзающий свет. Наносит основной цели 50 проникающего урона и накладывает кровотечение. Тут, ребята, вообще топово. Жалко, конечно, что урон 50% идет, но зато кровотечение, я думаю, будет компенсировать. И где-то получится 70-60 в совокупности. Плюс накладывает срочную помощь на случайного союзного плаща. Так, вот это я немножко не понял. Союзного случайного плаща. То есть это команда плащей каких-то или что? Откуда? Интересно. Так, пике. Что у него там в пике? Наносит основной цели 80% проникающего урона и снимает один случайный положительный эффект. Также атакует до двух ближайших целей, нанося 50% проникающего урона и в случае критического удара снимая один случайный положительный эффект. Контратаки прерывает цепочки атак. Слушай, неплохо. Снимает блокировку лечения со всех союзных героев, мистиков и новых воинов. Восстанавливает всем союзникам 5% от максимального здоровья этого персонажа. То есть, если она в команде героев, мистиков или новых воинов, она с них, ребят, снимает блокировку лечения, что немаловажно на таких командах, которые в начале хода блокируют тебе хил. Не знаю, как у нее по инициативе, но выглядит удар довольно вкусным. Довольно вкусным, ребята, выглядит. Естественно, чтобы это все проверить и протестить, нам нужно ее прокачивать. Ну, сам понимаешь, что с прокачкой, но тут полная, ребята, трешня у меня получается. В общем, новые персонажи есть. А интересно, а мне дадут события? Я же Грома открыл, должны дать мне... О да, друзья мои, мне дают. Мне дают поучаствовать в этом событии. Мне не хватало Грома. Вот Грома я получил. Но единственное, что неизвестно, какие тут противники. Ну что, давай посмотрим. Ой, подожди, блин, зачем? Неужели ты думаешь, что мы настолько глупы, чтобы помочь Таносу искать камни бесконечности? Напротив, я полагаю, что Черный Гром достаточно мудр, чтобы заметить, что Дум завладел Нексусом, и он просто так его не отдаст. В соседнем измерении находятся сразу 3 камня. Мы можем захватить их одним махом. Камни слишком могущественны, чтобы находиться во власти одного создания. Как только мы завладеем ими, их нужно будет немедленно доставить удару. Как пожелаете, помогите мне, о, Черный Гром, и я клянусь, что камни бесконечности будут использованы только для защиты Нексуса. Черный Гром, что нам делать? Без него нам не одолеть Дума, но и доверять ему мы тоже не можем. Превосходно, первый шаг — найти выход из этой вселенной. Так, друзья мои, вот такая вот у нас команда. Йо-Йо это новенький открытый персонаж. Она слабее всех, потому что у нее первый уровень. Слушай, а кто хоть против меня-то будет? Дай хотя бы качну Грома-то, ё-моё. Я собрался идти... Ух ты, аж 2 задания выполнил. Я собрался идти делать задание, а Грома-то не прокачал, потому что он... Потому что он на самом дне, друзья мои. Ну как на самом дне, я имею в виду из самых открытых персонажей. И поэтому... Надо хоть немножко ему вкачать чего-то. Кстати, я скоро Морбиус открою. Я на него коплю, ребята. И потихонечку его прокачиваю. Именно по осколкам я в этом плане. Так, королевский удар. Слушай, но все равно Грома мне не получится, ребят, прокачать здесь. Как бы я этого хотел. Потому что, ну, и уровень у него маленький, как ты понимаешь. Даже из-за камней нет на него, один только камень, но это вообще ни о чем. Это вообще ни о чем. Сила 500. Да, йо-йо, кинжал, этих еще надо прокачивать как-то. Я их пытаюсь всех потихонечку, ребят, тянуть, прокачивать, но это сложно. Это сложно, черт подери. Давай хотя бы глянем, что вообще тут нам светит.
Грома, наверное, мы поставим куда-нибудь назад. Так, дрожь вперед, грома назад. Давай смотреть, но мне кажется, я сейчас тут отхвачу по полной программе, потому что, ну, слишком слабые у меня персонажи. Слишком слабые. Но глянуть, я думаю, что стоит. Дум перекрыл вход в Нексус, но не выход из него. Портал на базе Ультимуса на Меркурии должен привести нас к вселенной с камнями. Эй, Сэм, кажется, нам тут пришли портить настроение. Может, нам им отплатить? Ультимус побежден, а значит, терять нам нечего. Взорвем эту базу и их вместе с ней. Нужно остановить вражеских операторов, прежде чем они уничтожат базу. А кто тут оператор? Вот эти вот? Блин, тут еще и Ник Фьюри. Устанавливаю взрывчатку. Ее хватит для уничтожения базы и всех, кто здесь находится. Так и есть, ребята. Поехали. Черт подери. Черт подери. Ну, понятно, понятно. Мою команду разбирают здесь как сосунков. Грома нету. Да. Так, вот осталось, да? Взрывчатка установлена. Привожу в боевую готовность. Так, тут стадии будет 3. Вкрадчивый шепот. Накладываю усиление защитный персонаж всех союзников. Дает контратаку персонажу и всем союзникам. Надо вот это вот, ребята, хламок убомбить. Но мне кажется, что не получится. Потому что сейчас кто-то возьмет на себя провокацию. Это наверняка будет Ник Фьюри. По-моему, он же берет провокацию, если не ошибаюсь. Да что ты, взрывчатка готова к взрыву. Так, последняя стадия, ребят. По-моему, не успела она, да? Или мне нужно успеть завалить их всех? Я вот что-то... Так, Ник Фьюри готов. Да, ребята, видимо, нам нужно... Полсон тут еще лезет, блин. Я не успею. Вон он. Последний пиратор. Ребят, скорее всего, не получится. Да, не получится, потому что у меня мало. Все, она активировала. Глупцы, они обращают базу в прах вместе с нами. А как я должен, извини меня, она только появилась, и у меня, ребята, остается там 2 хода и все. За 2 хода я ее никак не запинаю. Но я тебе скажу следующее. Если мы постараемся прокачать Грома, этого парня можно не трогать. Он сам по себе нормально, в принципе, втюхивает. Все пучком у него идет. Да я не смогу ничего сделать, потому что он у меня не открыт. Но если мы получим с тобой 30 карточек на него, то давай глянем, будет ли он у нас в команде. Я, правда, не уверен, что он будет в команде, но сейчас глянем. Ох ты, где ж ты у меня находишься-то? О, друзья мои. Эбеновый зоб. 180 у него. Ну ты посмотри, сколько у него звезд будет, если я его открою. Это будет практически топ. Без одной звезды, ребята. Это будет... У меня есть такие персонажи? Там, не забывай, красные звезды. Все красные звезды. У меня нет такого персонажа. А, вот. Вот. Доктор Стрэндж. Хотя, подожди. А вот это что значит? Две звезды. Может быть, я чего-то путаю? Может быть, у него не будет все красных звезд? Это может быть просто, как бы тебе объяснить-то даже? А как это вообще объяснить? Что это значит? Да где он этот? Вот. Что вот это значит? Ну, я как бы в моем...
понимание, что он открывается сразу с определенным количеством звезд. Потому что когда вот так вот у меня открывались, вот, например, Железный Кулак или там кто-то, у них нет звезд, они и открывались без звезд. А здесь уже автоматом идут звездочки. Вот я на Красного Омегу, ребята, недавно получил 4 звезды. И они здесь отмечены. 4 звезды я получал это вот здесь. Вот здесь он был. Я на него тратил... Сколько? Я уже не помню, сколько на него потратил. Но вот. Смотри, видишь, 150. Я могу, например, вкачать новую. Но опять же, ребята, смысл? Смысл вкачивать новую, если его даже у меня еще и нету? И когда он у меня появится, неизвестно. Поэтому я пока держу эти осколки, ребята. И Карис. Карис у нас, кстати, тоже нормальное количество. Вот Хэллу. Хэллу бы хотелось бы прокачать. Могучего Тора, потому что они идут. А Зеленый Гоблин, ну вы знаете, ребята, тоже мне нужен для определенных сценариев. То есть бойцы есть. Единственное, что не хватает, это ресурсов. Здесь за это я обычно... сейчас вот втюхиваю. Куда я втюхиваю? Я на кинжал тратил, ребята. Вот кинжал я приобрел. Что теперь еще? Теперь я втюхиваю в стервятника. Ну ты видишь, вот тут галочка уже стоит отмечена. То есть я сейчас хочу стервятнику повысить ранг. Тоже нужен мне. Мне нужен стервятник в ранге повышенном. И мне нужен Мистерио тоже с повышенным рангом. Ну здесь, ребята, как получится. В основном барон Зема, прокачиваю его, пытаясь. Хотя на самом деле нам нужна боеголовка, ребят. Нам не хватает боеголовки для тоже одного из событий. Ну а здесь я, как говорил раньше, собираю карточки на Морбиуса. И потом хочу добить все-таки Капитан Марвел, наверное. Хотя можно будет добить и агента Колсона. Тут осталось тоже у него немножко, в принципе. Да, хотелось бы еще, ребята, и Гамору, потому что 300 это будет топ. Ну, то есть это будет фулл прокачка у нее. И сама по себе Гамора очень даже крутая. Уже тестилась она в поединках, и она очень, ребят, действительно мощная персонажка. Ну что, друзья, как-то вот так вот сегодня вкратце. На этом я буду, пожалуй, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.